Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Это знаешь, это я не знаю даже, что сказать. Как же ты классно это делаешь. Как же ты это классно делаешь. Музыка такая, да? Вначале музыка такая, да? Чуть-чуть, да? На шансон похоже. Не шансон, а как? Джаз. Джаз. Чуть-чуть на джаз похож. Чуть-чуть. У меня мурашки по телу. И твой голос. Как же он божественно звучит. Слушай, ты талант. У меня мурашки по телу. Она короткая песня, я переживаю, что она кончится скоро. Давай. Пожалуйста, еще раз. Это вот это прелесть. Ты мне поставь, пожалуйста, мой, как сказать, как называется, плейлист, да, называется ведь? Плейлист. Я хочу это слушать. Это же такая шикарная вещь. Это же такой талантливый молодой человек. Спасибо, да, тебе классно. За такую прекрасную работу. Это прекрасная Спасибо. Работа. Как ты исполняешь, как ты все делаешь вкусно. Ты знаешь, я тебя слушала бы слушала. Ну, честное слово, я бы сейчас еще слушала. Очень красивый голос. Очень красивая манера исполнения, очень красивая подача, музыка шикарнейшая, шикарнейшая. Ты знаешь, я танцевала, да, и я представляла, что я где-то в ресторане, в таком богатом, и просто танцую, ты понимаешь? Шикарно, ты умница, ты очень талантливый исполнитель и музыкант. Пожалуйста, пиши, радуй нас своими такими классными стильными треками, своим голосом, своей манерой подачи исполнения. Ты шикарный исполнитель. Реально, ты прелесть. Я тебя слушала с удовольствием. Я наслаждалась твоим пением. Ты умничка.
знаешь, 10 из 10. Спасибо тебе большое за такую красоту. Шикарно. Спасибо еще раз. Пожалуйста, пиши, не останавливайся. Делай эту красоту. Пой, пой. Радуй нас. Прямо очень красиво. Пока, друзья.